Увидеть мир по-новому, а поможет в этом новый аппарат, который привезли в Республиканскую клинику офтальмологии. Это виртуальный симулятор для обучения студентов. На нем все как во время настоящей операции. Кроме этого, прибор анализирует скорость и точность выполнения. Алия Сафина расскажет подробнее. Выполняется операция по поводу удаления помутневшего хрусталика и имплантация интраокулярной линзы, что в дальнейшем отразится на ярком, четком зрении. Аспиранты-офтальмологи отрабатывают операцию по удалению катаракты. Она занимает всего 15 минут, но требует ювелирной точности. Для этого как раз пригодится новый аппарат – хирургический симулятор. В руках у врача инструменты, которые подключены к искусственному глазу. Любое движение фиксируется сенсорами и передается на компьютер. Это современное оборудование, которое способствует улучшению качества и образовательного процесса для интернов, для ординаторов, для молодых начинающих хирургов. Здесь можно научиться правильно действовать и в более сложных случаях, например, при отслоении сетчатки глаза. Ход операции и реакция тканей заранее не прописаны программой. Все зависит от работы хирурга. В зависимости от задания есть несколько критериев оценки специалиста. Это, собственно, достижимость цели, время выполнения операции, владение инструментом, пространственное понимание ситуации. Аналогов такому аппарату в России нет. Его стоимость 330 тысяч евро. Всего в мире их насчитывается не больше 200. Сейчас студенты практикуют операции на свиных глазах. От этого надо уходить, говорят медики. Аппарат моделирует всевозможного рода ситуации, которые в жизни происходят у любого хирурга. Но, к сожалению, в операционной некогда тренироваться и не на чем. Здесь есть возможность целыми днями тренироваться и оттачивать свои навыки. Немецкий аппарат привезли в офтальмологическую больницу республики всего на 4 дня. Его опробуют интерны. Возможно, в будущем такой виртуальный симулятор и будет использоваться в повседневной практике. Это поможет готовить специалистов в минимально короткие сроки. Ведь ежегодно в очереди на глазную микрохирургию в Татарстане стоят около 16 тысяч человек. Алия Сафина, Ленар Хабибулин, Вести, Татарстан.